Он уже уехал. Ё-моё. Мы его не догоним, наверное. Догоним. Дорогие друзья, это магазин yemag.by. Меня зовут Игорь, и сегодня со мной замечательный человек Александр. Вы, по-моему, находитесь на пенсии, если я не ошибаюсь. Александр находится на пенсии из прекрасного города Могилёва, который решил научиться ездить на моноколесе. Давайте посмотрим, что из этого получится. Я просто знаю, что это ощущение полета. Вот это все. Виталий, я из Могилёва. Я использую моноколесо для повседневной жизни, чтобы не брать машину на короткие расстояния. Мне нравится то, что я могу ездить по пешеходным дорожкам, не думая о том. Единственное, что мне может иногда не нравится, что не на всех предприятиях и магазинах есть куда его поставить. Есть, конечно, преимущество в таком колесе, как Emotion V8 и любые брендовые колеса, которые имеют длинную ручку. Его можно брать за это с собой и тягать как чемоданчик. Приезжайте в Могилёво, я помогу вместе с компанией yemag.by вас обучить кататься. В прекрасном городе Могилёве с замечательными моими товарищами, начинающий ученик моноколесник Александр. Скажите, вам понравилось? Великолепно, просто великолепно. И наш партнер Виталий нам будет в этом помогать, поэтому если кто-то с Могилёва хочет купить себе моноколесо либо электросамокат, обращайтесь к Виталику, ссылка его будет в описании. Представитель, повторюсь еще раз, Ямага магазина. Ну и всем спасибо за просмотр, до новых встреч, всем прям гости.